Gaziantep İstihar ilçesi Atatürk Mahallesi. Çok sayıda yıkılmış apartman var. Enkaz altında çok fazla insan var. المشروع ده كله صار على البيع. طلع لهم ثلاثة أربعة. В результате землетрясения на юге Турции рано утром 6 февраля пострадал ряд провинций на севере Сирии. Наиболее всего пострадали провинции Алеппо, Хан Латакия и Идлиб. По официальной информации, озвученной Министерством здравоохранения Сирии, в результате разрушений погибло более 300 человек, получили ранения более 1000. Утром президент Сирии Башар Аль-Асад собрал положительное заседание Совета министров для обсуждения вопросов ликвидации последствий землетрясения. Решение, вместе с тем, учитывая количество жертв и фиксация повторного землетрясения, оценка масштаба разрушений еще устанавливается. На данный момент профильные службы выполняют свою работу по расчистке завалов и поиске пострадавших. Посольство информации о пострадавших белорусских граждан не имеется и соответствующих прощений от них не поступало. Сирийское государство, где мы сейчас находимся, это уже не первый год военных действий. То, что сегодня произошло, это еще такой большой сильный удар для всего сирийского народа. Поэтому я благодарен, что мы вместе с вами выражаем соболезнования этим двум государствам, двум народам, как вы бы и говорили, соболезнования родным близким, тех, кто погиб. Мы, конечно, желаем дальнейшего выздоровления всем, кто пострадал и сегодня находится под завалами. Я уверен, что сейчас будет направлено и государство, если необходимо, я думаю, никто из вас не будет против, если мы при необходимости, повторяюсь, мы со всеми общественными организациями говорим данный вопрос, где-то соберем гуманитарную помощь, потому что в первую очередь это люди, это мирные люди, которые с учетом трагических событий сегодня пострадали в наших дружественных странах. Thank you.